Приветствую вас, друзья! В этом видео более подробно поговорим про Объект 752, танк 9 уровня за платную подписку. Я больше на нем поиграл, и вот что я выяснил. То, что мне абсолютно не нравится этот танк вообще. Несмотря на то, что я люблю тяжелые танки, этот тяжелый танк мне не нравится вообще. Во-первых, мне не нравится его пушка. Пробитие хорошо, оно нормальное. 246 ББшкой, 310 кумулятивом, альфа 440 этого всего предостаточно. Что мне не нравится у пушки? Точность 0.4 на пустом танке. Сведение 3 секунды. С прокачанной полевой модернизацией на точность получается точность 0.34. Сведение там что-то 2.6. Это с доп. пайком, хорошим экипажем и фиолетовой вентиляцией. При этом еще и стабилизация максимально отвратительная. Даже с фиолетовым стабилизатором. Орудие вниз опускается на 8. Это, наверное, меньшая проблема, в этом орудии. Поскольку есть еще минус. ДПМ 1795. Мягко говоря, этот ДПМ не впечатляет. Многие тяжелые танки на девятом левеле стреляют чаще, чем мы. Если орудие в танке не нравится, то в принципе по большей части уже можно на танке ставить крест. Но это еще не все. У танка есть еще отвратительная броня, а именно в лючках. И поначалу она меня особо не напрягала, игралась более-менее нормально. Поскольку танкисты что-то там выцеливали в корпусе, что-то там пытались найти. У этого танка Корпус треугольный, гусеницы, экраны по бортам, оно тяжело пробивается, танкисты там видят на прицеле зелененько, стреляют, оно нифига не пробивается. Прошло какое-то время, причем не так уж и много, и танкисты перестали ему стрелять в корпус. Так часто вот как раньше не стреляли, так уже не стреляют. Но насколько же часто они стали стрелять в лючки? Причем поднимание пушки вверх уже особо не помогает, поскольку они просто ждут, когда ты ее опустишь. А если не опустишь, они просто стоят заряженные и смотрят в тебя. Как только опускаешь, сразу прилетает в лючок. Лючки огромные, легко пробиваются. И неважно, ты играешь внизу, списка или вверху. В любой позиционке, даже на средней дистанции, эти дурацкие лючки пробивают чуть ли не каждым выстрелом. При этом мы стреляем мало того, что редко, так еще и с кривой пушки. Даже если мы раз на раз размениваемся, то наша кривая пушка не позволяет прям часто попадать. Да, пробитие 246 ББшка это нормально, хорошо, отлично. При том, что ББшки улучшена нормализация, это вообще кайф. 310 кумулем это вообще обалдеть. Но не обалдеть, эта скорость полета снаряда отвратительная, стабилизация отвратительная, точность отвратительная, и сведение дополняет тоже своей отвратительностью. Причем дошло до того, что лючки пробивают уже даже иногда, даже когда ты их полностью спрятал. У меня был момент, что я пушку поднял максимально вверх, лючки максимально опустились. Я стою, думаю, ну все, лючки недоступны, стою, кайфую. И тут мне пробивает лючок. Посмотрев со стороны, я понял, что если враги высокие, или хотя бы на моем уровне, то с Лиганцатом Черкашом по лючкам все-таки попасть можно. То есть мало того, что я должен спрятать лючки. Поднимая пушку вверх, так я еще и, видимо, должен корпус приподнимать. И за что мне эти все мучения? При этом соперники всей этой ерундой не занимаются. И чаще всего у них и пушка приятнее. И броня без этих подниманий и опусканий в башне поинтереснее. Это еще не все. Еще этот танчик слабо ездит. Удельная мощность, кажется, там в районе 15, что ли. Максималка вперед 32. Если никак не улучшать скорость, то по ощущениям мы не едем вообще. Нужно хотя бы либо в полевой модернизации прокачать плюс 4 скорость вперед, чтобы ездить хотя бы 36, либо нужно ставить экспериментальную турбину, чтобы хоть как-то игралось. В итоге по моим ощущениям, идеальная сборка это досылатель, стабилизатор, вентиляция, если прокачана в полевой модернизации максимальная скорость. Но лучший результат я набивал без прокачанной полевой модернизации. Досылатель, стабилизатор, экспериментальная турбина. У меня была и скорость лучше, и маневренность лучше, и немножко там стабилизация добавлялась. К тому, что и так был еще и стабилизатор При этом при всем У меня бывало такое что я сессию отыгрывал в 4к среднего Меня часто кидало в топ И я играл карты маленькие в ближнем бою С кучей тяжей А бывали сессии где я играл в 2500 Большие открытые карты Где тяжей хрен найдешь Хрен доедешь Еще и арта сверху тебя поливает Ты вообще не можешь ничего Когда приходится стрелять вдаль только танки, которые очень легко пробиваются, позволяют наносить нам урон. И то не каждым выстрелом, вообще далеко не каждым. А если враги тяжело пробивается, еще и какое-то расстояние есть, это все катастрофа. То есть танчик получается очень сильно узконаправленный. Ему хочется играть чаще в топе, ему нужны какие-то там карты, чтобы далеко не ездить. Нужен ближний бой, где мы от бортика стоим, там что-то танкуем, в которые люди перестали стрелять в этот бортик, а просто ждут, когда мы поднимем свои лючки. Поначалу как будто бы танкисты еще фишку не понимали. Но вот прошло какое-то время, причем не особо большое, и уже все только и ждут, когда же ты опустишь свои лючки, чтобы сразу в них напихать и кайфануть с легкого урона. Вот что происходит на этом корыте. Даже если рашить этот танк, у него нет ДПМ, а он один раз стрельнул и сдох. Поначалу мне нравилось, поскольку танкисты очень плохо его пробивали. Редко кто-то там прям специально стоял, ждал эти лючки, выцеливал их. Сейчас же Такое впечатление, что танкисты что-то там начали понимать. Причем, на удивление, быстро. Типа вот они, лючки, иногда появляются, надо их ждать. Надо в них стрелять. Все остальное пробивается у танка тяжело, а вот лючки легко. И что-то танчик быстро превратился в какую-то тыкву. Поскольку вдаль ездить ему тяжело, стрелять тоже тяжело. А как только лючки поднимаешь, он сразу превращается в дырявое ведро. Иногда бывает, что ты набиваешь на этом танке легко много урона. Но сколько же бывает боев, где ты просто на нем мучаешься. И не дай бог еще с этими всеми мучениями попасть под фокус Арты с ее оглушением. Танк в такого инвалида превращается, что просто капец. КД сразу нет вообще. Стрелять вообще нереально. Мало того, что танчик не особо не ездил, с оглушением он вообще просто превращается в телегу. На мой взгляд, стабилизацию бы этому танку подкрутить. И перезарядку. Что делать с этими лючками, я вообще не знаю. Они меня реально бесят. Вот больше всего, бог с ним, со всеми остальными минусами. Но меня больше всего вымораживают эти лючки. Бывают такие бои, что ты приезжаешь, только первый раз эти лючки поднимаешь опуская пушку, сразу прилетает целая куча снарядов в эти лючки, они все дырявые, еще иногда что-то там ломается. Так еще и прикол в том, что мало того, что черкачом между лючков башню пробивает, еще и танки с хорошим пробитием на девятом левеле по типу там китайского тяжа, у которых там пробитие по 330-340, кумулем. Они еще и в маску пробивают прям в пушку. В итоге это просто макушка вся вот. Верхняя часть тупо дыра. При этом мы когда стреляем, у нас очень все криво летит. Прям ужасно. Сведение начальное 3 секунды это просто жесть. Выезжаешь на танк, который чуть ли не жопой к тебе стоит. И просто стоишь очень долго ждешь. Поскольку вот эти вот 3 секунды, это же сведение не полное. Это до половины. То есть начальное базовое сведение танка 6 секунд. То есть, если мы вот едем и останавливаемся на пустом танке, где нет ничего, там ни экипажа, ни оборудования, ничего. Вот просто танк ехал, 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 хоп, остановился и сводится. Чтобы ему свестись прям до самого конца и увидеть свою лучшую точность, надо 6 секунд ждать. Если мы поставим оборудование, там еще всякую фигню прокачаем полевую модернизацию, где улучшим точность, но ухудшим сведение, получится 2,6. Что тоже 5 секунд с хвостиком до полного сведения. А еще можно прокачать в полевой максимальную скорость и поставить турбину. Танк будет ехать там примерно 41 километр. И на такой скорости пушка такая кривущая, как будто бы ты там, не знаю, на КВ-2 приятнее стрелять. И в таком состоянии ты останавливаешься, и сведение по ощущениям даже не начинает сводиться, оно там его нет. Оно куда-то вышло из игры и ушло. И вот это вот за 300 рублей в месяц. Даже не навсегда. На мой взгляд, танчик очень быстро превращается в тыкву. Очень жестко об него вытирают ноги в рандоме. И чем дальше, тем жестче. Да, у него там как-то корпус плохо пробивается. Но опять же, в корпусе тоже есть дырка. Корпус треугольный, но под башней. Есть выступы, которые торчат за этот треугольный корпус. И под башней есть такие треугольники, есть такие выступы, которые пробиваются. То есть если мы целимся вдоль борта, в том районе, где у нас башня находится, то там есть зоны, которые пробиваются в любом случае. Еще у нас пробивается крышка двигателя, лючки, крыша башни. Еще если на голде большое пробитие, еще и маска прям в пушке будет пробиваться. Замечательно. Не говоря о том, что тут еще есть НЛД. Да и когда мы рамбуем, ближняя щека на ВЛД тоже пробивается не так уж сложно. В целом броня как будто бы есть, но что-то очень быстро начали ее нагибать. А кроме брони у этого танка есть еще альфа и пробитие. Но чего тут не хватает? Скорости, стабилизации, точности, сведения, ДПМа. А также не хватает нормальных лючков, которые хоть иногда прощают. Эти лючки вообще не прощают, они прям впитывают жестко урон. Поэтому мне этот танчик не зашел и не понравился. Я же сыграл на нем один раз в 2800, один раз в 4000, один раз в 2500. В итоге у меня средуха получилась там что-то 2900. За 40, кажется, боев. Причем каждый раз. Когда я начинаю на нем играть, его все сильнее начинают в рандоме унижать, и уже что-то играть на нем не хочется. С вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.